Непривычные суммы за вывоз мусора в платежках. Жители задают вопросы. Чтобы объяснить, откуда новая строка в расчетных документах, в Подмосковье провели единый день разъяснения по тарифам. С 1 января 2019 регион перешел на новую систему обращения с отходами. Жительница Химок Татьяна Кубышкина сегодня выясняет, кто и как вывозит мусор из частных домов. В таком живет ее мама в Фирсановке. Я понимаю, что надо будет оформлять договор. Надо будет оплачивать, и потом эта сумма будет возвращаться на расчетный счет моей мамы. Будем так говорить. Она инвалид, и ей 88 лет. А вернут сумму немалую. Новая система оплаты предусматривает и льготы. Так, для людей старше 80 лет скидка за вывоз мусора составит 100%. Более молодым пенсионерам также уменьшат оплату. Для жителей, которые от 70 лет до 80 платят 50%, собственно говоря, пенсионеры платят 30% скидку до 70 лет. Какую же сумму теперь платят жители за вывоз бытовых отходов? Каждый муниципалитет Подмосковья установил собственные тарифы. В Химках месячная плата составляет 8 рублей 23 копейки. Расчет ведут по метражу жилой площади. Суммы можно проверить самостоятельно на онлайн-калькуляторе. На сайте комитета по тарифам и у нас на всех наших сайтах, на сайте Ассоциации Совета многоквартирных домов, есть калькулятор. То есть вы вводите параметры квартиры, или это индивидуальный жилой дом, или это организованный коттеджный поселок, и получаете, сколько вы должны платить. То есть это такая очень простая система, и вы должны убедиться, что у вас в платежке это так. Тариф за вывоз мусора состоит из нескольких частей. Больше половины стоимости – это доставка мусора до специальных полигонов. Треть – сортировка, утилизация отходов. Остальное – расходы на обслуживание договоров.